Всем привет, и снова The Brush, только теперь восьмой. Давайте еще одну фишку такую тяжеленькую сделаем. Вообще классная. Откроем план 3D. Опять же, по видео американца какого-то. Но это я уже давно видел. Но потихоньку вот на русский это дело переводим. Вот так, открываем план 3D. Давайте посмотрим, что у нас тут с сеткой. Сетку уплотним. Зайдем, Make Polymesh сделаем. Заходим в геометрии. И давайте дивайдов так до 5 поднимем. Да, 5 хватит. Так, и теперь жмем Del Low. Все, вот такая сетка у нас получилась. Теперь давайте зайдем так, в геометрии Modify Topology. И давайте опустимся вот Delete B симметрии. И поставим по Y. Вот тут вот, смотрите. Так, и жмем на нее. Так, первую штуку мы сделали. И теперь давайте зайдем в деформацию. В деформации вот есть такая mirror. И тоже поставим по Y. Жмем Y. Все классно. Вот так мы ее выведем. И теперь поменяем световую сферу. Так, вот эту skin child поставим. Все беленькое. Все хорошо у нас. Так, теперь что будем делать? Работать. Теперь будем работать у нас с маской. Жмем Ctrl. Вот так вот выделяем. Вот так вот тоже выделяем. И начинаем вот тут вот. Так, пардон. Переходим. Так, вот на эту маску. Вот на эту. Вот можно так ее выносить и можно рисовать. Вот так вот рисуем. Без разницы что. Вот так вот все у нас получается. Так. И вот так вот мы рисуем всякие фишки. Также Ctrl-Alt. Можем вот так вот все делать. Тоже квадратиками. Также можно кружочками работать. Это вы сами посмотрите. Решите, как лучше. И вот так вот можно всякие фигуры тут вырисовывать. Вот так вот. Так. И тут вот так чуть-чуть помалюем. Так, вот здесь вот так тоже можно прибрать чуть-чуть. Так, ну принцип понятен. Вот такая штука. Вот так вот. Все это выглядит. Что теперь мы делаем? Вот такое у нас получилось. Заходим теперь, давайте в симметрию, саптулы. И жмем экстракт. Прибавляем чуть-чуть экстракт, убираем дублировать и жмем экстракт. Так, давайте боком повернем, посмотрим толщину. О! Как раз подходит. Вот что у нас получилось. Так, отключаем теперь верхнюю. Переходим на нашу уже сделанную. Снимаем маску. Ctrl, левая кнопка мыши. И ведем в бок. Так. И теперь смотрите, вся фишка в чем. Вот так вот мы ее уменьшаем. И давайте перейдем на ротацию. Вот на ротацию. И вот эта вот шестеренка.
Customize. Вот на нее нажимаем и жмем Bend Arc. Вот эту. Так, чуть прибавим в размерах. И теперь вот поправим вот эти штуки. Вот можно ее тут вертеть. Так. Вот так вот можно это тоже делать. И вот так вот переводим, тянем за вот этот оранжевый курсор. Отключаем, переходим на трек. И вот такая у нас штука получается. Ее можно использовать в роботах, как глаз какой-то механизма можно сделать. Можно чуть там поизвращаться, еще что-нибудь придумать. Ну, это ваша фантазия, как вы захотите. Так, теперь, что можно сделать с этой штукой? Вот такое вы в 7-й модели, конечно, не сделаете в 7-м ZBrush'е, но 7-й ZBrush тоже может точно так же делать по той же системе, но работать только с деформацией, и получается вот этими вот так вот что-то такое будет получаться. Можно работать с квизом, вот так вот делать бесконечность, там еще что-то, вот такое что-то можно делать. Можно отключать по оси Z только делать. Также можно Gravity вот так вот делать. Ну, в принципе, простенько. В 7-й модели вот так вот, может, где-то и можно вытянуть. Я искал, в принципе, не нашел. Все работает. Size, Bend. Все вот так вот. Так. Ну, зато вот из такого в 7-й модели получаются хорошие лейблы. Ну, в принципе, вот, как сказать, знаки. Вот на робота, допустим, или на одежду вот эти вот лейблы. Там со всякой символикой, с надписями. Вот, кстати, по боку видно, что КОГ, КОР тут слово написано. И если внизу добавить рисунок, а потом его растянуть. И также вот это все импортируется в 7-ю модель, и можно использовать в 7-й модели. Все это принимается, все нормально. Также можно поменять цвет. Вы видите, все работает по обычному. Так, кому понравилось, ставьте лайки, классы, больше давайте просмотров, и пусть больше народу интересуется этой программой. Кстати, кто уже подписан, интересно посмотреть будет со временем, может быть, ваши работы. Так что давайте, дерзайте. Авось 9 еще движок выйдет, и будет там еще наворотов больше. Все, до свидания, всем пока.